Московском училище Олимпийского резерва номер 1 прошел собственный турнир по футболу. Или зимнему футболу. 8 команд спортсменов и сотрудников училища по олимпийской системе. Жеребьевка четвертьфиналов была накануне. Начинали засветло, а финал прошел уже при свете прожекторов. Инициатором Олимпик Кап 2021, так назвали турнир, стал студенческий совет училища. Главные энтузиасты всех спортивных мероприятий. Как вам погода-то? Хорошая, теплый. Теплый? Да, классно. Снежная? Только если бы льда не было, было вообще было бы удобно. Скользите? Да, вот. Достаточно. Руководство не могло не поддержать такую инициативу. И сам директор училища Герман Скоропупов с удовольствием вышел на поле. Это очень здорово, особенно когда ты играешь со своими воспитанниками, своими соратниками, со своими сотрудниками. То есть мы одна, надеюсь, команда, одна семья. И здесь проигравших нет, здесь все выигрывают. И самое главное, чтобы все друг друга понимали не только на площадке, но и в работе. Битва сразу пошла не на шутку. В итоге в финале сошлись команда студентов «Золотая перчатка» и команда преподавателей «Old Boys». Преподаватели вели по ходу матча 2-0. Студенты сумели сравнять счет. И первого победителя Олимпийского кубка училища на 16-й Парковой назвали только после матчевой пенальти. В них победа осталась все-таки за молодостью. Победили «Золотые перчатки», чей вратарь вытащил 2 из 3 9-метровых. Футбол был хоть и на свежем воздухе, но на мини-футбольной площадке. Что за матч у вас был? Проигрывали, потом сравняли, потом пенальти. Да. Главное никогда не сдаваться, мы же спортсмены. Да. Победила сила воли. Кто главный герой среди вас? Вратарь. Лучше всех вратарь. Вратарь, вот он. Вратаришка. 2 пенальти забрал. Страшно было на пенальти-то? Да нет, не первый раз. А, то есть дел плевое. Да. Так, а кто забил победную? Джонни. Да, тобой, Джонни. Вот это, вот, молодец. Так, Джонни, а ты был у них и за игрока, и за тренера, так понимаю? Да, все много кричал, руками махал. Да, все были тренера. Холодно было? Нет, очень горячо было, на самом деле. В конце там уже все, подумали, лето. Ну а кто так самый серьезный был соперник у вас из всех? Учителя. Финал. Преподаватель. Финал самый тяжелый. Вот самый финал, они реально, да? Возраст вообще не показатель, мы поняли. Судейская коллегия в одном лице. Гео Чхаидзе, футбольный тренер училища. Строгий и принципиальный там, у бровки, со свистком. Довольный и оптимистичный после того, как все закончилось. И закончилось очень хорошо. Первый пробный турнир. Очень все было замечательно. Были кое-какие огрехи. В следующий год мы собираемся делать уже не кубковую систему, а 2-3 дня. То есть шанс у других команд, которые проиграли, будет еще, как говорится, в очковой системе поиграть и уже полуфиналы сделать. Ребята сегодня показали, что характер, если честно. Все хотели выиграть, но, честно, справедливо, финал достойнейший был. Игорь Кокорин, Евгения Лукьянова, Московское училище Олимпийского резерва номер 1.